здесь самовыражаешь? Я, на самом деле, сама объяснение не нахожу. Я в свое время ушла вообще со сцены. Думала, что все, наверное, это все-таки не мое, надо... Работала в офисе 5-2, нормально перекладывала бумаги, да? Да, что-то было подобное. Да. И во флористику пошла. Везде себя попробовала, но все равно. Все дороги меня ведут на сцену. Ну, петь, вот, танцевать. Ну, петь, именно. Люди меня помнят, любят. Ну, и конечно. Я вот не могу иначе. Это все понятно. Ты мне расскажи, как ты в эту группу пришла. Да, давай, расскажи. Ну, это однажды вечером. Пила я чай себе спокойно. Василий предложил мне встретиться и сказал: есть серьезный разговор, Лерочка. Вот нас. И завертелось. Да, все меняется, все течет, все меняется, и нам нужна новая солистка. Девчонка. Новая девчоночка. Позвонил Василий. Василий говорит: есть серьезный разговор, мы встретились. Тебе не нужен Peugeot 306 2008 года? Недорого отдам, пробег не скрученный. Вот с этого началась история Леры в группе Face to Family. Друзья, ну, к сожалению, нам.